В Мезенском педагогическом колледже обновили несколько классов и торжественно их открыли с ведущим, шарами, караулом из студенток и с ножницами поперек алой ленты. Празднество подвело итог ремонту этих помещений и насыщению их нужным инструментом. Я очень надеюсь, что создание новых 4 учебных мастерских вам доставит прекрасную возможность воспитать и подготовить совершенно нового преподавателя будущего нашей страны. Теперь после торжественной приемки учебные помещения будут введены в строй. Это мастерские по компетенциям. Дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, физическая культура, спорт и фитнес и социальная работа. Для помещений приобретена новая мебель, современное учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование. На все было выделено 12 миллионов рублей в виде гранта из федерального бюджета плюс 630 тысяч рублей из средств областного бюджета. Работа произведена в рамках национального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования. Теперь на базе Мезенского педколледжа появились современные комфортные площадки не только для качественной подготовки здешних студентов, но и для проведения чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы», «Обилимпикс» и демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills.